Добрый день, дорогие дамы и господа. Я вот сегодня тут так волосы надо поправить. Я вот сегодня как раз лазил сегодня по Ютубу, заметил вот то, что некоторые обзорщики любят друг друга засирать и, так сказать, грубой форме пиариться за своих счет. Неужели у вас нету, блядь, мозгов своих, чтобы, короче, блядь, взять, что-то придумать, реальную тему какую-то, штелу, там всякие хуёвины, бубовины, блядь, что-то приколоть, рассказать, но именно в своем приколе, а не так, что типа, блядь, надо взять Макса, к примеру, 1500 или там еще кого-то, блядь, перепиздеть, перепридумать, блядь, и выдать это за свое, блядь. Вы, чуваки, блядь, знаешь, просто не имейте своих мозгов, что просто пиаритесь за уже прокачанные имена, ники и тому подобное. Если вы совсем такие уж долбоебы, ну что ж, поделать, блядь, пересадка мозга вас только спасет. Это был Джедай.